Давайте так. До этого момента я не сталкивался с ноутбуками Huawei. Ну, то есть мы делали обзоры на их смартфоны, наушники, часы и всякую разную носимую электронику. И, как правило, я лично не встречал посредственной техники Huawei. В большинстве случаев она действительно круче среднего показателя по рынку. Всем привет, меня зовут Ярослав. Сегодня у меня на столе три ноутбука Huawei. И мы разберемся, почему вам точно стоит обратить на них внимание, если вы ищете себе недорогой ноутбук или очень дорогой, потому что у нас тут есть разные. Причем важный момент. В смартфонах Huawei я, в общем-то, почти всегда уверен. Сегодня, взяв флагман Huawei, вы не обломитесь практически ни с чем, кроме известной проблемы с Google. Но! С точки зрения железа и качества исполнения, там никаких проблем, в общем-то, не возникает. Поэтому мне было очень интересно посмотреть, что получилось с ноутбуками, потому что этот рынок для Huawei, в общем-то, новый. А сделать хороший лэптоп, на мой взгляд, сегодня на самом деле сложнее для большинства компаний, чем сделать хороший смартфон. Я сейчас объясню, почему. Сделать хороший смартфон Huawei, в общем-то, легко. У них есть гигантский опыт и огромное количество патентов. А вот с ноутбуками все не так однозначно. Потому что на рынке ноутов, по большому счету, правят 5 компаний. AMD и Intel делают процессоры единолично. При этом AMD и Nvidia создают видеокарты. А Apple и Microsoft контролируют полностью операционные системы. Создать что-то по-настоящему новое вот в этих устоявшихся устройствах, ну, правда, сложно. Поэтому начинается война за мелочи. И вот о мелочах сегодня мы и поговорим. На столе у меня три ноутбука, два из которых достаточно доступные и один ультрадорогой. Это прям топ-топ за все деньги. И начнем мы, опять же, с самого простого. Huawei MateBook D15 – это 15-дюймовый лэптоп, частично выполненный из алюминия на базе процессора AMD Ryzen 5 3500U, который уже отлично себя зарекомендовал. У ноутбука 8 ГБ АЗУ и 256 ГБ SSD накопитель. Причем есть такое же на 512. Графика тут встроенная на 7-нанометровом Ryzen. Это AMD Radeon Vega 8. Такой сетап сегодня, в общем-то, способен делать 99% задач. Естественно, это не дискретная, полноценная, прям мощная видеокарта для игр. Хотя играть на нем на самом деле можно. Вы без проблем здесь запустите Apex Legends, условную Dota, Лигу Легенд. Если очень хочется, можно даже Battlefield 5 на минималках поиграть. Но ни о каком серьезном гейминге, конечно же, речи не идет. С другой стороны, не сказать о Vega 8 я не мог, потому что это решение, оно хоть и не является там даже низом игровых видеокарт, но значительно мощнее, чем аналоги, которые ставит Intel в свои процессоры, как встроенное графическое ядро. Поэтому, если поиграть вам захочется, сыграть на этом лэптопе в игры, условно, там, 2010, 2012, 2013 года, в большинстве случаев вы сможете. Да, где-то придется чем-то жертвовать, но назвать это прям сугубо печатной машинкой, у меня язык не поворачивается. Экран. Рамка тут 5,4 мм, и это чудовищно мало, учитывая его стоимость. Сам экран матовый и IPS, яркий и приятный, разрешение Full HD. Причем дисплей — это на самом деле очень важная вещь в ноутбуке. Это то, на что ты будешь 99% времени вообще смотреть. И он здесь реально потрясный. Очень маленькие рамки. И мне правда нравится, как Huawei решила вопрос с веб-камерой. Вместо того, чтобы ставить ее сверху, ребята засунули между клавишами F6 и F7. И это физическое такое окошко, которое ты легко открываешь и закрываешь. И да, от этого слегка странный угол обзора. Но какие же, блин, крутые рамки у самого дисплея. Далеко не у всех, даже дорогих флагманских моделей, вот такие вот малюсенькие рамки. И то, что Huawei смогла это реализовать в каждом из трех ноутбуков, меня правда радует. Динамиков 2, и они тут внезапно хорошо звучат. Ну то есть гораздо лучше, чем на любом другом лаптопе в эти деньги, что я слышал. Я не буду тыкать пальцами, но были у нас на обзоре ноутбуки далеко за 25 тысяч гривен, у которых динамики звучали откровенно хуже, чем здесь. Поэтому, ну, я удивился. Вес ноута тоже радует. Для 15 дюймов 1,5 килограмма это неплохо. Дизайн ноутбука отчетливо напоминает дизайн язык Apple, и это мне правда нравится. Клавиатура имеет приятное шероховатое покрытие, кнопки находятся ровно там, где их помнит твоя мышечная память. Особенно если ранее пользовались яблочной продукцией. Трекпад тут, кстати, тоже огромный. И я, между прочим, для себя пропустил момент, когда трекпад на Windows это теперь не боль. Я напоминаю, что у Windows 10 есть жестовая система управления и система большого количества рабочих слов, как в Mac, где вы можете переключаться между ними. И поэтому трекпаду этим, правда, удобно пользоваться. То есть у меня
не возникает желания в бытовых задачах срочно подключить к нему обычную мышку, потому что в большинстве своем ноутбуков на Windows, что я тестил, ну рано или поздно ты такой, ну да, с мышкой будет удобней. Вот здесь такого момента нет, прям хорошо. Кнопка питания совмещает в себе сканер отпечатка пальца. Он работает молниеносно, и было бы странно, чтобы у Huawei подобно работало плохо. Теперь начну хвалить ноутбук с неожиданной стороны. Задняя крышка ноутбука тоже выполнена из металла, и здесь дизайнеры не забыли чуть-чуть поднапрячься, потому что это выглядит, ну, как минимум симпатично. Есть две прорези под динамики, есть гигантская прорезь под выдув горячего и забор холодного воздуха, и что самое приятное, огромная, блин, резиновая ножка сзади и две небольших с другой стороны. Ноутбук реально не очень активно ерзает на столе, и, в общем, такое решение мне понравилось. Классно, когда над дизайном работают не только на видных частях ноутбука, но и там, где его не часто ты наблюдаешь, но когда видишь, опять же, радуешься. Ну и отдельное спасибо, что наклейки с надписью Windows и графикой Radeon засунули сзади, а не где-нибудь сверху, как это обычно любят делать. Задняя же часть ноутбука абсолютно простая. Здесь только логотип Huawei и ничего более. Я бы, если честно, сделал этот логотип чуть-чуть меньше, но в остальном это отличный плацдарм для стикеров. Прямо хочется сюда что-нибудь налепить. Слева USB-C для зарядки, полноценный HDMI и USB 3.0. Справа джек 3.5 и два полноценных USB порта. Зарядный блок небольшой и на 65 Вт, причем USB-C кабель с обеих сторон отсоединяемый. Ноут может зарядиться до 53% за полчаса, и при этом сам лэптоп легко заряжается от зарядки современных смартфонов. Я проверил со своей штатной зарядкой от Pixel 4, и он ее заряжает будто родная. Ну, это клево понимать, что ты действительно можешь любую зарядку схватить от современного Android смартфона и зарядить этот компьютер. Причем, опять же, зарядка от самого компьютера без проблем заряжает любые современные гаджеты. И мне нравится эта идея. Ты берешь с собой ноутбук, телефон и ровно одну зарядку. Кайф. За что можно поругать MateBook D15? Ну, вот честно, мне не очень понравилось, что в этой модели нет подсветки клавиатуры, и я позже объясню почему, потому что, ну, это на самом деле странно. И, возможно, можно поругать за слегка странный угол обзора самой вебки. С другой стороны, у нас клевый экран, без каких-либо торчащих камер сверху. Поэтому, ну, в целом, я думаю, этим можно пожертвовать. А так все, вот реально что-то ему предъявить, особенно учитывая его стоимость, которую, я напоминаю, можно узнать по ссылке в описании, вне зависимости от того, когда вы смотрите это видео, чтобы цена была актуальная. Короче, реально это, возможно, один из самых хороших лэптопов за недорого, да? Мы сейчас говорим про небольшие деньги, потому что можно купить компьютер за 100 тысяч гривен, и он, конечно же, будет во всем лучше, чем этот. Но в рамках его цены... Ну, прям клево. Huawei MateBook D14. По сути, это младший братик D15, и он в нашем случае чуть-чуть дороже, потому что это модификация на 512 гигабайт SSD диска. И, в общем-то, они во многом похожи, но есть небольшие отличия. Ноутбук похудел на один USB разъем, ну и диагональ поменьше. А еще он легче, всего 1,3 килограмма. D14 имеет гораздо больший угол открытия, то есть вот можно вот так его прям сложить. И странно, потому что с D15 такой фокус провернуть нельзя. Зачем это может пригодиться в реальной жизни? Сложный вопрос. И я часто вижу такие решения в ноутбуках, но вот D14 так умеет. Зачем, опять же, не ясно, но я должен был об этом сказать. Слева у ноутбука USB-C под зарядку, один полноценный USB 3.0 порт и полноценный HDMI. С правой стороны еще один 3.0 USB и 3.5 мини-джек. В остальном можно было бы назвать этот ноутбук братом-близнецом D15, но есть кое-что, что меня, правда, удивило. В D14 есть подсветка клавиатуры, а вот в D15 ее нет. Почему? Не ясно. Что мешало Huawei поставить в D15 также подсветку клавиатуры? Ну, блин, непонятно. По звуку и по общему качеству работы ноутбуки абсолютно одинаковые. У них абсолютно одинаковое железо, CPU, GPU, количество оперативки, но в нашем случае разное количество SSD. Но опять же, есть D15 с такой же модификацией. Короче, Huawei, вот если бы D15 еще была бы подсветка, вы были бы вообще красавчиками. А, ну и забыл сказать, трекпад. Да, он стал чуть-чуть уже по высоте. Оно и понятно, 14-я диагональ не позволяет сделать настолько гигантский трекпад, как это было в D15. Но пришлось бы жертвовать размером клавиатуры, и я уверен, что этого делать никто не хотел. Ну а теперь, как говорится, на все бабки, потому что то, что я покажу вам сейчас, это буквально максимум, который может сегодня показать компания Huawei. Huawei MateBook X Pro.
эта штука действительно создает ощущение по-настоящему премиального продукта. Полностью металлический корпус весом 1,3 кг. Существует в двух цветах. У нас вот такой вот изумрудный. Еще есть просто серый. Дисплей имеет диагональ 13,9 дюйма и разрешение 3000 на 2000 точек. Панель, кстати, имеет слегка нестандартное соотношение сторон. Здесь 3 к 4. И это, ну, непривычно для большинства из нас. Но по своему опыту скажу, что такая диагональ лучше подходит на самом деле для очень многих вещей. Как минимум тот факт, что сюда больше влазит по высоте, и, ну, социальные сети, конечно, скроллить приятно. Особенно набирать текст на А4 в ширину, прям кайф. Клавиатура имеет подсветку и такую же хитрую камеру в кнопке. Начинка ноутбука тоже под стать цене. Внутри 1 терабайт SSD, Intel Core i7 10-го поколения с базовой частотой 1,8 ГГц и турбобустом до 4,9, 16 ГБ LPDDR3 оперативки. И графику тут тоже не забыли, она тут дискретная от NVIDIA. GeForce MX 250. Это, конечно, не RTX 3060, но и как бы она бы сюда просто не влезла, окей? Надо понимать, что MX 250 хоть и не является флагманским решением NVIDIA, но здесь ситуация такая же, как с Vega 8. Да, это не супер флагман, но вот что-то старое 2010-2012 года и актуальные мультиплеерные проекты на минималках, эта штука реально способна тянуть. Она не для этого создавалась, но приятно, что Huawei поставила сюда эту дискретную графику, потому что на Intel i7 10-го поколения есть свое встроенное видеоядро, и, в общем-то, они могли оставить такой же ценник и NVIDIA сюда не пихать, но запихнули, прикольно. Сбоку есть USB по правой грани, а слева два USB Type-C и разъем под наушники. Качали и звук, тут динамика H4. 4 динамика в таком компактном корпусе дают внезапно очень неплохое звучание. Я бы сравнил его с MacBook Air начального уровня. Ну то есть, да, есть ноутбуки, которые звучат еще круче, но я напоминаю, 1,3 кг и невероятно тонкий корпус. Поэтому сам факт того, что он звучит вот так, это прям классно. Еще здесь 4 микрофона. Huawei обещает действительно классное качество видеоконференций. И я вчера позвонил по Google Duo и пришел к выводу, что да, звучит он и принимает мой голос даже с большого расстояния достаточно классно. Что объединяет все этих 3 лэптопа? Ну, во-первых, вебка в клаве. Это действительно классно, и я бы хотел, чтобы так больше производителей делали. Надеюсь, Huawei это не запатентовало, и где-то еще мы такое увидим. Потому что действительно вот так вот элегантно расположить ее под кнопкой, идея действительно хорошая. Второй момент, все 3 лэптопа имеют уникальную фичу под названием Huawei Media Share или Huawei Share. По сути, на каждом ноутбуке с правой стороны от трекпада есть NFC-метка. И если вы подносите, например, смартфон компании Honor или Huawei к этой NFC-меточке, то вы буквально в одно движение можете замиррорить все, что происходит на экране смартфона, прямо на экран вашего ноутбука. Мало того, вы еще и трекпадом можете управлять вашим смартфоном, не прикасаясь к нему, или если он где-нибудь лежит на зарядке. Это прикольно. Прикольно, что также это работает с передачей файлов, то есть можно фоточки, видосики вот простым касанием на ноутбук передавать. Прикольная идея, и странно, что только Huawei подобное реализовала. Я бы хотел посмотреть что-нибудь подобное, например, у Microsoft или той же самой Apple. У них вообще, как ни у кого другого, гигантская подсистема, и почему там ничего подобного еще не придумали, не ясно. Мне кажется, действительно удобно. Что в итоге? Понятное дело, что MateBook X Pro это самое флагманское решение компании Huawei. Они ему даже сенсорный дисплей сделали, то есть я могу вот так тыкать и что-то здесь делать. И опять же, учитывая толщину самого дисплея, это прям удивительно, потому что он не выглядит как сенсорный ноутбук. Поэтому мысль какая? Если вы хотите сегодня самый топ в бизнес-сегменте, лаптоп, который будет действительно долго работать, Huawei обещает, что этот Core i7 10-го поколения должен проработать с этим всем железом порядка 13 часов в пике. Я объективно понимаю, что больше 7-8 при прям яркой нагрузке вы с него не выжмете. Но с другой стороны, 7-8 часов тонной работы вот в таком лэптопе, это прям очень достойно. И я не устану напоминать, что здесь еще и есть быстрая зарядка. То есть, ну прям кайф. Даже если вы быстро его разрядите, вы также быстро восполните его заряд. Это правда радует. Радует экосистема Huawei, которая, блин, на самом деле существует и даже неплохо работает. Но, если у вас не такой уж большой раздутый бюджет, обратите внимание на D
D15 и на D14 точно нужно. Другой вопрос, что мне не очень понравилось их некоторое разделение, потому что D14, несмотря на то, что по факту является более младшей моделькой, ощущается более старше, чем D15. И все тупо из-за подсветки клавиатуры. Реально, как только ты кликаешь, ты не увидишь, как эти клавиши загораются, смотреть на D15 с тем же лицом уже не получается. Хотя и D15 действительно классный. Если же вам принципиальный момент именно с подсветкой клавиатуры, то, конечно, лучше обратить внимание на D14. В остальном, если вам хочется больше диагональ и, опять же, ноутбук не за все деньги мира, то на Huawei MateBook D15 нужно обратить внимание, потому что я, правда, давно ничего подобного не видел. Ссылки на все ноутбуки будут в описании. Напиши, пожалуйста, в комментариях, какой из трех тебе больше всего понравился, и мы сделаем более подробный обзор конкретно одной модели. Хорошего дня, яркого настроения. Пока-пока.